Не зря мы несколько раз обращали внимание на неправильные парковки по бульвару Непокоренных в Могилеве. Есть результат. Детская площадка теперь принадлежит детям, а не авто. Но в областном центре с парковками по-прежнему не лады. Владелец Форда на улице Пысин оставил свою машину в таком положении на несколько часов. Хозяин этого автомобиля вообще иллюзионист. Как он туда ее поставил? Столичные водители тем временем наглухо вязнут в грязи, паркуя авто на зеленке. Нашли наши зрители в Могилеве и не совсем обычную аптеку. Переулок напротив спорткомплекса «Локомотив» в Могилеве. Не пропуская автора ролика, из двора выезжает дедушка и по чужой полосе бесцеремонно, чуть не задевая зеркало, едет навстречу новому дню. В Гродно на одну базовую величину штрафовали водителя «Фольксвагена», который выбросил в окно своего автомобиля окурок. И по делам. И оттуда же пришла история об аварии, в которой муж, желая купить жене новый автомобиль на 8 марта, сел за руль под шофе и врезался в другую машину. Как итог, конфискованный автомобиль, записанный на супругу. Вот тебе и подарок. А это уже столица и неисправный светофор. Горит красный, отсчет показывает секунды до разрешающего сигнала. Но зеленый так и не загорается. Водители поехали через пешеходный переход. Ситуация опасна. И хуже всего то, что описанный случай не уникален. А вот что бывает, если проехать на красный. В Минске женщина на Nissan проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Fiat. Удар пришелся в район задней двери авто, за которой в этот момент сидел маленький ребенок. Водитель Nissan категорически утверждала, что ехала на зеленый, и если бы не видео с регистратора, неизвестно, как бы ситуация разрешилась. С чего начинали, тем и завершаем. Спасибо за фото и видео дорожных курьезов в рубрику «Автомат». Наш адрес — рубрика «Автомат» — собакатут.бай.